Здравствуйте, на государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. В 2019 году Карин примет первый миллион туристов. Правительство выделит 13,7 миллионов драм для компенсации платы за обучение армянских студентов из Сирии. В Турции усиливается преследование граждан. Ожидаемые военные угрозы для Идлиба. США призывают Турцию не начинать военные действия в Сирии. Посол Армении во Франции принял участие в мероприятиях, посвященных винам Армении и Арцаха. С 3 января команда Западной Армении проведет тренировочный сбор в Марселе. В Карине открылась горнолыжная трасса. Губернатор Эрзрума Окай Мемиш сказал, что открытие такого центра очень важно, и пригласил сюда всех лыжников. Мэр Карина Мехнет Секмен отметил, что открытие такого центра будет способствовать экономическому и культурному развитию региона. Секмен также отметил, что в 2019 году регион могут посетить порядка 1 миллиона туристов. 4 года назад Карин посетила 75 тысяч человек. Благодаря сделанным здесь инвестициям количество туристов достигло 755 тысяч. В этом году мы стремимся довести эту цифру до 1 миллиона, отметил он. Правительство выделит 13 762 тысячи драмов из резервного фонда сирийско-армянским студентам высших, дошкольных и профессиональных учебных заведений Армении на 2018-2019 учебный год. Как сообщает Арменпресс, проект резолюции по этому вопросу включен в повестку дня заседания правительства 13 декабря. Согласно обоснованию, 293 сирийско-армянских студента нуждаются в компенсации в 2018 году. Министерство диаспоры считает, что частичную помощь за обучение следует продолжить, поскольку эта проблема остается одной из ключевых проблем, стоящих перед сирийско-армянскими семьями и молодежью, которая требует самого срочного и долгосрочного решения. Досье по обвинению в оскорблении президента Турции достигает 68 тысяч. Об этом написали турецкий правозащитник, бывший депутат Гусейн Айгюн. Турецкий правозащитник написал на своей странице в Твиттер. По словам турецких прокуроров, большая часть населения Турции оскорбляет Эрдогана. Это беспрецедентное событие в мире. Эрдоган предъявляет иски против всех и следит за этими процессами. Досье по обвинению в оскорблении президента Турции достигает 68 тысяч. 4 тысячи граждан были осуждены за оскорбление Эрдогана. После того, как Турция не выполнила свои обязательства в отношении демилитаризованных зон Алеппо и Идлиба, сирийская армия была развернута со своими союзниками около Идлиба для введения военных действий. Наряду с распространением террористических актов против позиций сирийской армии в Идлибе, сирийские силы были развернуты также на окраинах Хамы. Хотя на российско-турецком саммите в Сочи было достигнуто соглашение по демилитаризации вокруг Идлиба, напряженная ситуация все еще продолжается, поскольку террористы нарушают режим прекращения огня, говорит ежедневная газета «Аль-Кудс Аль-Араби» в Лондоне. Сирийские воинские части в северном пригороде Хамы отреагировали на атаки террористических групп. Они не позволили террористам проникнуть на базы, которые защищают гражданское население. Во время операции, проводимой сирийской армией, многие террористы были убиты и ранены. Согласно соглашению между Россией и Турцией, провинция Идлиб и ее пригород находятся под контролем Анкары. Тем не менее, попытки США нарушить Сочинское соглашение не позволяют Анкаре полностью выполнить соглашение. Кроме того, Ан-Нусра, которая никогда не следовала Сочинскому соглашению, продолжает свои военные действия. По мнению некоторых наблюдателей, Турция де-факто блокирует российско-сирийские военные операции в Идлибе. Но как долго? Развертывание сирийского спецназа в Идлибе и возобновление полетов российской разведки в провинции доказывают, что действия неизбежны. Особенно после того, как Ан-Нусра продолжает вооружаться с помощью турецкой стороны. Представитель Аль-Каиды Абу Халид Аш-Шами заявил, что террористы ждут широкомасштабных военных операций от сирийской армии. Развертывание сирийских войск в Хаме и Алеппо свидетельствует о том, что военные действия неизбежны, говорит террорист, утверждая, что Аль-Каида отказывается разоружаться. США призвали Турцию не проводить операцию на северо-востоке Сирии, сообщает Russia Today со ссылкой на CNN. Односторонние военные действия в северо-восточной Сирии любой стороной, особенно с учетом того, что американский персонал может присутствовать или же находиться поблизости, вызывают серьезную обеспокоенность. «Мы считаем, что такие действия недопустимы», — заявил представитель Пентагона Шон Робертсон. Ранее турецкий лидер Реджеп Тайп Эрдоган заявил, что Турция намерена начать операцию на северо-востоке Сирии в ближайшие дни. В конце октября Эрдоган анонсировал эту масштабную операцию. Он пообещал уничтожить террористов в регионе. В
парламенте Франции 11 декабря по инициативе зампредседателя группы дружбы Франция-Армения французского сената Гита Сие состоялась встреча дегустации вин из Армении и Арцаха. Как сообщает пресс-служба МИД Республики Армения, на мероприятии присутствовали депутаты сената Франции, французские деятели культуры, представители СМИ и армянского общества Франции. Гита Сие, приветствуя гостей, выразил надежду на то, что мероприятие окажет содействие повышению армянских вин во Франции. Он с удовольствием отметил, что в последние годы виноделие в Армении активно развивается. Посол Армении во Франции Асмик Толмаджан, в свою очередь, отметил, что Армения, согласно Библии, считается колыбелью виноделия и виноградства. В рамках первого товарищеского матча сборной Западной Армении по футболу будет играть с Тулоном. Встреча состоится 9 января. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню «Комитаса Тель Огурмя» в исполнении Нелли Гаспарян. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром.